заканчивается музыкальный фрагмент соло Джимми Леннона. Most famous arena, Bob Arum's Top Rank Incorporated presents the featured bout of the evening, brought to you by Geico and Allegiant Airlines. We are sanctioned by the WBO, the president, Francisco Valcarcel. Introducing our three judges, scoring from the ringside, Ron McNair, Waleska Roldan, and Tom Schreck. All right, fans, here we go, 12 rounds of boxing for the WBO Welterweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world, live from Madison Square Garden in New York City, it's time for the main event of the evening. Главное событие сегодняшнего вечера, главный бой программы. Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner. Это должно быть претендент. Эгидиус Каваляускас. Видите, 22 боя, 21 победа, 17 досрочных, одна ничья. Из славного города Каунаса. Ladies and gentlemen, please welcome the two-time Olympian and the current undefeated WBO number one ranked welterweight world contender, introducing Egas Mean Machine Kavalauskas. And his opponent across the ring, the defending world champion, fighting out of the red corner wearing black trunks with white and red trim. He is boxing's pride of и вы слышите зал, вы слышите реакцию. He weighed in at the welterweight limit of 147 pounds. His sensational record stands at 35 wins, no losses, 26 big wins coming by way of knockout. Here is the acclaimed pound-for-pound great. Tonight making his 14th consecutive world title appearance. Ladies and gentlemen, please welcome the renowned three-division world champion, the undefeated, reigning, and defending WBO welterweight champion of the world, introducing уже третья весовая категория, где он становится чемпионом мира. Где является чемпионом мира. Ricky Gonzalez. Итак, okay, gentlemen, you received instructions in the dressing room. Referee Ricky Gonzalez. I expect a good, clean fight. Protect yourselves at all times. Obey my commands at all times. Touch them up. И давайте смотреть 12 раундов, если продлится, конечно, весь бой. Эту дистанцию. Бой за титул чемпиона мира WBO, коим является вот этот боксер, который сейчас на ваших экранах. Первый раунд, поехали. Правосторонний стойки начинает поединок Кроуфорд. Очень быстрые руки, очень резкий, жесткий удар у чемпиона. И еще раз скажу, к нему очень трудно подстроиться, понять алгоритм его действий, потому что он и стойки меняет постоянно, и непонятно, когда он взорвется, когда он увидит невидимую другим брешь в защите соперника. Шум в зале, кто-то кричит постоянно. Осторожно, Каваляускас.
Он прекрасно понимает, что атаковать надо с оглядкой. Одно неточное движение, и соперник тут же тебя накажет. Неплохо Ковалявский сейчас ответил на этот выпад. Но и Кроуфорд достал его. Первый раунд, естественно, темп совершенно невысокий. Готов был к этому выпаду. Такой прямолинейный был выпад. Хорошо разворачивается, хорошо уходит из поля зрения соперника Кроуфорд. Смотрим бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полусреднем весе. Теренс Кроуфорд, обладатель этого пояса, против Эгидиуса Ковалявскаса, литовского боксера, который живет и тренируется уже давно в США и получил право на этот поединок. Стал обязательным претендентом. И давайте смотреть, что он противопоставит одному из лучших боксеров современности. Очередная попытка Ковалявскаса найти брешь и достать своей перчаткой туловище соперника. Кроуфорд тут никогда не показывает, что он спешит, что он готовит что-то. Он может вот так спокойно работать, и потом неожиданно взорваться. И момент вот этого взрыва никто практически угадать не может. Продолжает пока Кроуфорд работать в правосторонней стойке. Но может поменять ее в любую секунду. В атаке чемпион. Ну и понятно осторожность, с которой действует в ринге Эгидиус Ковалявскас. Тут надо быть архивнимательным. Вот, вошел вперед. И уже был очень опасный выпад со стороны чемпиона. Но Ковалявскас молодец, не дрогнул. Но есть болельщики литовцев, вы слышите. Эгис, Эгис. Второй раунд заканчивается. Заканчивается в клинче.
третий раунд, друзья. В предыдущем раунде был эпизод, когда Ковалявскас сумел нанести очень неплохой удар, встречный, боковой, сильнейшей рукой. Кроуфорд так продолжает как бы усыплять соперника. Вы видите, вот обратите внимание на ноги, да, как он заступает за переднюю ногу соперника. Тянет на себя, ждет выпада Ковалявскаса, чтобы опередить его. Нугис молодец. Не робеет совершенно. И снова хорошая атака. Посмотрите. И что это? Нет, нокдауна, конечно, нет. Но чемпион пропустил. Пропустил удар. И потом уже, обхватив соперника в клинче, опустился на канвас. Да, неожиданно. Хорошо готов Ковалявскас. Это видно. В первую очередь ментально. Уходил сейчас Ковалявскас в сторону, но догнал его одиночным ударом. Таренс Кроуфорд и снова попадает. Мощно бьет в туловище. Пытается ответить тем же. Литовец. Силовой удар выбрасывают оба. Так, бой постепенно становится более открытым, переходит в решающую фазу. Четвертый раунд. Очень неприятный для чемпиона эпизод был в предыдущем раунде. Впрочем, так же, как и во втором, вы помните, там он тоже пропустил один удар. Очень неприятно. А здесь вообще, пропустив удар, начал спасаться в клинче. Опустился вообще на настил ринга. Ну, а потом более открытым стал поединок. Смело принял это решение Ковалявскас. И сейчас Кроуфорд понимает, что ему надо восстанавливать свой контроль над боем. Пока этого сделать ему не удавалось. Хорошо, снова в корпус. Пробивает и навстречу. Правый прямой. Ну что ж, Эгидиус Ковалявскас показывает, что это не просто так он вышел на этот бой. Не просто случайно получил право быть обязательным претендентом. Он здорово подготовился. А Кроуфорд, может быть, и недооценил своего соперника. Thank you.
Ну вот. Пошли в размены. Кроуфорд нарушает правила. Ну, посмотрите. Ковалявушка не сдается. Он остается на ударной дистанции, не уходит. Пытается бить навстречу. И вы видели, пару раз это у него уже получалось. Сильно пробивает опять передней рукой в туловище Кроуфорд. Второй раз уже. Заканчивается раунд. Ковалявускас молодец. Не сдается. Продолжает искать счастье в атаке. Или в контратаке. Пятый раунд. И чемпион явно озабочен. Не ожидал он такого сопротивления. Встречные боковые удары со средней дистанции у Ковалявускаса проходят. И он снова в атаке, посмотрите. Жестко, плотно стоит на ногах. Допускать нельзя. Достал боковым ударом Кроуфорд соперника. Неплохой тайминг демонстрирует Эгидиус. Не дал подойти к себе. Улетает. Вот здесь Кроуфорд опасен, конечно. Трудно понять, откуда прилетит сильнейший удар. Остается на месте Ковалявускас. Зря. Ну, правильно сделал, что связал соперника. Но надо все-таки побольше двигаться в ринге. В силовом плане Ковалявускас, пожалуй, не уступает сопернику. Он мощный, атлетичный. И снова пропускает. Боксер из Литвы пытается вот сейчас с дальней дистанции достать соперника. И молодец! Остался в центре ринга и встретил плотным ударом в туловище. Шестой раунд, друзья, начинается. Очень интересный бой. Хочется похвалить Ковалявускаса. Здорово готов. Моменты мы видели даже. Ставил трудное положение соперникам.
Финтит Кроуфорд пытается сбить с толку, запутать. Ну вот. Ковалевска старается работать в опережение. Неплохо у него это моментами получается. Но Кроуфорд может понять ритм этих выпадов. И вот посмотрите, сейчас сам опередил. С дальней дистанции боковой удар, очень точный. И снова встретил. На ближней дистанции соперника. Ковалевскис пошел вперед. А что, Кроуфорду это только и надо? Резко ударом сильнейшей руки в корпус чемпион мира. Ну что, и шестой раунд заканчивается. Здесь Кроуфорд ошибок уже не допускал. Ну что, друзья, самое главное начинается в бою, пожалуй. Не форсирует Кроуфорд события. Дает сопернику пойти на себя. Будет встречать. Встречать опасно. И снова второй раз пробивает в корпус. Здесь ушел. Но один удар все-таки пропустил. Жал не силовой был. Вкладывается в эти удары Гизиус. Кроуфорд остался на ударной дистанции, предлагает размен. Соперник принимает. Но это очень опасно. Там все перекрыто.
Да. Снова открытый бокс мы с вами наблюдаем. Как и ожидалось, вторая половина боя. Посмотрите. Молодец Ковалевскис. Но пропустил. Пропустил это нокдаун. Рискнул, пошел в открытый размен. Смело, ничего не скажешь. Но с Кроуфордом это очень опасное занятие. И Терренс сейчас будет пытаться добить. Проходит у него прямой удар. Да. Очень тяжелым положением находится Эгидиус. Но гонг спасает его тут. Да. Бой принял ожесточенный, непримиримый характер. Мы помним, в предыдущем 7-м раунде Ковалевскис побывал в нокдауне. Причем он сам провел довольно точный удар в размене. Боковой справа его до цели дошел. Кроуфорд как бы этим сразу возмутился. Разозлился, провел атаку. И отправил соперника в нокдаун. В очень тяжелом положении в конце раунда был Эгидиус. Но гонг подоспел ему на помощь. Что будет сейчас в 8-м раунде? Чувствуется, что зверь в Кроуфорде разбужен. Ну, молодец Ковалевскис, посмотрите. Не сдается. Встречает на средней дистанции, на ближней. Ой, снова пропустил очень опасный удар. Гидиус остался на ногах. Чудом, пожалуй. Но отвечает, посмотрите. Не сдается. Вот это характер. Вот это характер. Пропускает удары. Казалось бы, вот-вот надломится, но продолжает оставаться. Причем оставаться не просто на ринге, а оставаться в бою. Кроуфорд продолжает свой прессинг. Он очень опасен в поздних раундах. Вспомни его бой с Хорном. Когда после 4-го раунда, так, если я не ошибаюсь, у него начало вырисовываться явное преимущество. Хорн терпел, так же, как сейчас Эгидиус. Ну что, пытается навстречу работать Литовец, но это уже очень сложно. Очень сложно. И этот раунд закончен. Хочется похвалить. Ковалевскиса смело ведет себя в ринге. Мужественно. Ну, а, собственно, что? Когда еще выдастся случай показать себя, свой характер в бою с одним из сильнейших боксеров? Смотрим повторы. Вот. Об этой бомбежке остается Эгидиус. Но смотрите, пытается выбрасывать удары. А сейчас уже просто надо клинчевать. Другого выхода нет. Ну что ему сказал Контрерас? Какой совет? Если остались силы,
Девятый раунд. С двух рук начинает пробивать. Чемпион здесь, он очень опасен. Да. Да, похоже, это конец. Поднимается Эгидиус, мог бы еще чуть-чуть отдышаться. Но времени еще 2:20. И Кроуфорд пошел добивать. Все, бой остановлен. Просто пошел вперед и одним боковым таким ударом срубил. Мощным, быстрым, силовым. Ну что, такой финал предсказывался, собственно. Никто этому не удивлен. Молодец, Ковалявушка смело провел поединок. Но еще раз повторю, одной смелости в бою с Кроуфордом бывает недостаточно. Стойкости, смелости, характера. Этот боксер может терпеть, убаюкать соперника, даже принимать некоторые удары. Ну а потом просто берет все под свой контроль и быстро все заканчивается. Вот вы все видите, друзья. После таких пропущенных ударов, как в предыдущем раунде и по началу этого, уже очень трудно держать концентрацию на пределе. Это практически невозможно. И отсюда вот такая концовка. Ну что ж, очередная защита. Обязательная защита на этот раз Кроуфорда своего звания чемпиона. Менеджер и тезка Ковалявускаса Эгис Климас рядом с ним, конечно, расстроен, но его подопечный показал себя с наилучшей стороны, наверное, в этом бою. Просто это был Кроуфорд, друзья. И тут ничего не попишешь. В чем не бывало, в отличном состоянии, чемпион готов принять поздравления, снова получить пояс, потом, наверное, даст интервью. Ladies and gentlemen, we have the time, 44 seconds of round number 9. Our referee in charge, Ricky Gonzalez, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. Да, технический нокаут в 9-м раунде. И по-прежнему непобежденный Теренс Кроуфорд. Довольный Бувару в ринге, конечно. Это та курочка, которая несет золотые яйца. Ну что, дают нам саммари поединка. Вот этот удар, который был очень опасным со стороны Ковалявускаса. И вообще хорошим был в начальных раундах. Очень даже хорошим. Даже показалось, что была некоторая недооценка со стороны чемпиона. И до середины раунда, до середины поединка
Бой был практически равным, даже можно сказать, с как некоторым преимуществом литовца. Он сильный боксер. Пришлось постараться. Во втором раунде вы пропустили очень опасный удар. I wasn't hurt at all. As you see, I got up and went straight to him. You know, he caught me with a good shot. As I was bending down, he kind of pushed да. me. You know, and I was just like, all right. Я опускался, you know, он пропустил этот удар. Him, да. I wasn't hurt by no means. Но ничего страшного при этом не было. I walked through everything he threw all night. We talked about the fact that he didn't talk leading into this fight. There was no animosity, but you had that mean streak at the end in the finish. Walk us through that beautiful finish there where you dropped him and then you finished him with just one shot. Well, yeah, the round before finish that, был I яркий. Noticed, you know, my coaches kept telling me stop loading up. You know, I was loading up a lot. Напоминаю, что Тренс Коуфорд, чемпион мира в третьей весовой категории. That I landed on him, I knew I hurt him. You know, so I was trying to give the crowd what they wanted and I was a knockout. And, I was loading up, but then when I started letting my hands go, that's when I started, you know, landing more fatal shots. And after I dropped him with the uppercut, I came back. I was like, all right, he's parrying my jab. I'm gonna fake the jab and just come out with the right hook. It took you a long time to switch to the orthodox stance. Why was that? Then once you did, it changed the fight. Well, I wasn't come out orthodox, but my coach was just like, go. Доволен нокаутом, не стремится, конечно, сразу. Этим работает джебом, доводит соперника до определенного состояния. Who do you want? Well, listen, I've been saying I fight anybody. I've been saying that for I don't know how long, so I don't really got to call out anybody. You know, I fought my mandatory. That's because I had to. I'm not ducking anybody. On the PBC side, or even on the top rank side of the platform, I'm like I said, y'all pick them, I'll fight them. You pick them. Who would it be? You're the guy that calls the shot. Well, listen, man. Я боец. If I could pick them, I would have fought all the guys that I picked before. К любым вызовам. So there is no need to say any names. Я верю в себя. You know, everybody know who I want to fight. I want to fight all the top guys. Я хочу драться. Я буду драться всегда. Thank you very much, bud. Congratulations. С кем бы ни пришлось. Shout out to my cousin Mandrell. Shout out to my kids at спасибо home. Всем, Shout out кто Manny помогал Ponce, менеджерам, болельщикам, всем, кто его we'll поддерживал. Rest in peace. Ну вот, друзья, на этом прощаемся мы с вами. Думать, чтобы мы посмотрели очень хорошую трансляцию, великолепные бои. Вы, думаю, получили удовольствие. И продолжайте оставаться нашими зрителями. Смотрите бокс на наших каналах. Всегда самое лучшее вы увидите. А главное, держите удар, друзья, в любой ситуации. И все будет хорошо.